Одно место у нас есть, место хорошее, кстати, где торгуют автомобильной резиной. Где это место находится? Ну, догадайтесь, где оно находится? Естественно, за моей спиной. С правой стороны от меня храм Вознесения Господня, с левой арена Металлург. А за моей спиной на улице Рабочей 109 находится то самое место, где вы в реальности покупаете себе автомобильные колеса. Машина. И мы бы им хотели сказать большую благодарность за то, что те люди, которые пришли в город Магнитогорск, они уже исчезли, представляете, да? Все приходят, все говорят, что мы сейчас всех порвем, а не получается. А потому что здесь люди работают. А как они работают? Так вот, и об этом мы сегодня переговорим. Кстати, о том, какую резину вам необходимо поставить. Мы часто размышляем, как привлечь клиента. Клиент, ну, автомобильный в том числе, должен ездить по основным улицам. Клиент богатый только там и ездит. Я, конечно, понимаю богатых, предельно богатых перцев у нас 1000, остальные, и я в том числе, не ездят туда, где богатство и где переплата. Нормальный клиент ищет место с небольшой ценой, с приличным или крутым качеством. И есть и такое, причем по соотношению цена пока лучше и не найти. И вот вам результат. Улица Рабочая, 109. Доехать проще, чем где-либо. Казачья переправа и разворот на старую магнитку. А. Я тоже покатался в этом году. Вот. И такое случилось, что диски были раздолбаны. К сожалению, вот недавно такое произошло. Съездили мы в Элисто, и вот там совсем с дорогами все было очень сложно. Вот. В итоге колеса вместе с дисками остались именно там. Но, тем не менее, зная о том, что здесь весьма дешевые цены, я сюда именно и приехал. Потому что по-другому-то и никак. Как вот добраться, если у вас не получилось? Пришлось сюда обратиться. Взять здесь и колеса, и диски, чтобы приехать на своем автомобиле именно к вам. А как вы хотите? Ну вот я такой перец. Кстати, если вы покупаете недорогие колеса, то проще еще купить недорогие диски. И они тут в наличии. И это, к слову, о том, где все дешевле, чем где-либо. Ну, во-первых, от лица Магнитогорцев я вам скажу большое спасибо за то, что вы торпедировали представителей приезжающих к нам и говорящих, что у нас сверхвысокие цены. В итоге, оказывается, ваши цены дешевле. А мы стараемся придерживаться нашей основной политики, низкие цены на наши шины. Давайте переговорим. Вот, допустим, какие у вас самые низкие цены? Прямо от 13-й резины. 13-й и 15-й, они прямо здесь находятся. Да, начнем с того, что у нас на все бренды низкие цены, но, конечно, в приоритете остается шина Кама, которая имеет самую низкую стоимость на сегодняшний день. А в 13-м размере цена на колесо составляет 1200 рублей. При этом надо сказать, что это очень хорошая резина, правильно? Не надо говорить, что у нас какие-то... Нет, у нас хорошая резина. Вся резина является хорошей, но мы поможем подобрать резину для вашего стиля вождения, та, которая больше подойдет для ваших условий вождения. А на 15? На 15 тоже цена самая низкая, получается 1400 рублей за колесо. Понятен результат, да? Вот сколько за вашими, за вашей спиной колес? Немалое количество, да? Я так понимаю, что вы не только финансируете людей, у которых не так уж много колес, правильно? Есть те, кто хотит что-то покруче, и это в том числе есть. Но в итоге, вот даже вот формула и то не сильно дорого. 1670, 1600, это все на 13 диски, таких цен бешеных нету. Да. Выбор большой. Несомненно, у нас не только Кама, у нас представлены все ведущие бренды, которые в России продают свою продукцию. Это Pirelli, это Bridgestone, это Michelin, это Continental, Matador. Также имеются китайские бренды. Еще мы очень хорошо возим резину на заказ. Это если индивидуальный какой-то размер, ну или редкий бренд, который там тяжело поставляется в Россию. Конечно, качество сборки ничуть не уступает европейскому, когда-то даже превосходит, поэтому вся шина, которая производится, если на территории России, она также экспортируется в другие страны. И нельзя сейчас акцентировать внимание на то, что импортная резина, либо она собрана, да, уже на российском заводе, поэтому...
нет смысла. Кстати, что мы сюда пришли, я вот сразу попрошу, чтобы жена показала. Вот резина Кама, да, на 14, 1350 рублей. Дешевле ни у кого нету. Да, эта шина идет штатным параметром на всех автомобилях ВАЗа, выпускаемых сегодня. То есть, пожалуйста, приезжайте, обувайтесь. И чтобы стало понятно, при нормальной эксплуатации вам нужно колесо круглое. Обыкновенное круглое колесо. Это недорого. Понимая наши условия, что скорость 110 – это максимум, говорить о ZR – это как-то рано. Любая новая резина в наших правильных условиях будет работать. Вопрос цены. Так вот, за этим мы сюда и приехали. А что бы вы хотели, да? Ну, давайте все-таки переговорим о том, что вы хотите. Некоторые из вас хотят купить резину в кредит. Кстати, резина в кредит продается здесь. Вы не только можете купить здесь автомобильную резину в кредит. Вы можете все это делать в рассрочку. Пока времечко у вас есть. То есть пришли, отдали небольшое количество денежек. И потихонечку, ну где-то я считаю, что до конца мая месяца вы все себе сделаете. То есть потихонечку отдали полторы тысячи рублей. Сумма не сильно большая, да? Все это будет лежать здесь. Вы сюда придете потом, переобуетесь, и будет у вас все супер. Так, чтобы надо было понять то, где автомобильная резина вместе с дисками, без проблем. Да здесь, на рабочей 109. Не получается кредит, берите в рассрочку. Главное, не экономьте на том, что дается всего один раз в нашей жизни. Не экономьте на жизни. Что касаемо автомобильной резины. Цены, ну просто халява. Представляете, 1200 рублей на 13-й. 1350 на 14, 1500 на 15, да ездите на здоровье. Наша резина делается исключительным образом. И если честно, то все нормальные бренды рано или поздно также будут и в России. Поэтому говорить о том, что мы что-то не умеем делать, это не есть правило. Вот. Где мы находимся, по сути? Мы работаем в замечательном городе Магнитогорске. У нас на левом берегу замечательный комбинат. И все остальное тоже хорошо. Да, мы не производим легкую промышленность, но рано или поздно и это будет тоже у нас. Потому что и в этом есть смысл. Вы работаете и показываете людям, как вы живете. А теперь то, что за моей спиной, я вам показал, где это находится. То есть, если вы проезжаете по замечательной улице, кстати, она есть набережная, вот. По-моему, там она и начинается. Вот. С правой моей стороны получается храм Вознесения Господня, с левой стороны арена Металлург, а за моей спиной вот там переехать, вот видите, да, там, и вот там вы себе покупаете замечательные колесики. При этом цена очень, очень и очень шикарная.